сердце разрывается. Парни, это очевидно. У нас равные силы. Неравные! Мы абсолютно непобедимы. А что ж, это не айс. Но мы ведь профессионалы, верно? Верно? Давайте договоримся. Ниже! Стреляй! Не давай им сближаться! Разведи их, а потом стреляй, Питер! Поберегись! Здесь они сильнее! Они заранее подготовились! И в итоге просто безумный день! На лице, когда противники работают в команде! Твой выход, пожалуйста! Здоровяк, на соусе! Разберись, день! Резкий поворот! Ураны! Они прям впитывают пули! Да что вы можете нам сделать? Они следили за нами с самой посадки! Ловим землюка! Тогда они рядом! У них они готовятся! Растопчем землюка! Твой выход, Камора! Так мило, что ты пришла! А эту нам тоже брать? Скучал? Парни! Покажи, что можешь, Камора! Последний шанс! Советую сдаться! Какой славный день, Питер Квилл! Лови метели! Тихо, без счастья! Я хочу пить новенького! Тебе конец! Видите, они неуязвимы! Расселим их! Глупцы не видят своей ошибки! Ломай ему кость! Противник допустил оплошность! Воспользуемся этим! Там остались! Вонючие, смертвляные, земли! Вставай! Это плечи Калберта! Что за... Питер! Что происходит? Это же улет. Фильм про зомби, захвативших землю. И про ребят, дающих им прикурить. Само собой, ты запомнил это. А спроси, я взял ли ты свой ланч, ты глазами хлопаешь. Я не нарвусь, мам. Я осторожен. Подожди-ка. Пока ты не ушел, есть разговор. Я кое-что тебе дам. $20? Размечтался. Считай это запоздалый подарок от папы. Он на моей кровати. Сходи за ним, а я уберу на кухне. Откроем вместе. Не вздумай переключать. Торт прямо как из магазина. Ты точно сама его пекла? Не подлизывайся, Питер. До сих пор руку жжет от маминой подачи. Может, она купила мне новую перчатку в подарок?
я это предвидела. Слышала о праве по рождению. Это то, с чем ты живешь. Как имя? Перед отлетом в космос отец... Ах, мам! Я знаю, звучит глупо, как бред, но... Теперь все иначе. И важнее всего сейчас, чтобы ты поверил мне. Может, это убедит? Ого! Не спеши, ковбой. Это твоего отца. Думала, он нам оставил их для защиты. Но не исключено, что это пресс-папье. Ну, раз ты поверил в то, кем он был, может быть, они и правда защищают. Защищают от кого? Твой папа был не просто с другой планеты, Питер. Он был влиятелен. А у влиятельных есть враги. Что за враги? Не могу сказать. Его народ воевал, и он знал, что, оставшись с нами, приведет войну на Землю. Так что выбор тот еще. Обменять счастье на безопасность людей. Твой отец улетел, чтобы уберечь нас. 13 лет было тихо. Но что-то надвигается. За нами наблюдают. Мам, если не имется доиграть партию, так бы и сказала. Надеюсь, я ошибаюсь. Правда. Но быть королевским сыном на любой планете значит постоянно ходить с мишенью на спине. Ты отважный парень, но нужна и осторожность. Случится может всякое. Пойду выпущу Кубрика. Я быстро. Жесть! О, черт! Нет! Значит, ты мне не врала! Инопланетяне существуют! Охренеть! Космические пришельцы! Они пришли за тобой, Питер! Беги, беги! Повезло вам, Салага. Мы почти вас ликвидировали. Он так и сказал.
Фу, ни капли деликатесности. А, черт. Всех бы вас поубивал. Не тебя, длинный язык. Нет, тебя, Эдди Хелл, ждет жизнь. Но не слишком живым. Вы не выполнили миссию. Позор. Это Квилл. Эти посредственные головорезы утверждают, что леди Хеллбендер наняла их убить нас. Эй, мы не посредники. Мы состоим в лиге. Ты сам сказал, что она будет нас преследовать. Я надеялся на чудище, а здесь эти. Мы бы вас поубивали. Ничего, все впереди. Слышал, Питер Квилл? Не все потеряно. Да, супер, Дракс. Недолго нам сидеть в этих клетках. Во-во, да-да. Дружбаны нас спасут. Да, спасут. Вы будете мечтать о смерти. Молчите. Эй, это ошибка! Я не виновен! Космо, ты там? Космо! Вытащить нас отсюда. Хорошо, что ты появилась. Было бы еще лучше, если бы ты меня не бросала. Я не бросала. Нам было так весело, и вдруг ты... Погоди, я что, был наживкой? Ха! Что ж, твой план сработал. И даже больше. Мы теперь в тюрьме. Тюрьма у нас в голове, Питер. Мало ли, раньше мы и без плана справлялись, брат. Я тут думал, знаешь, что лучше, чем любой план? Сбежать отсюда. Мыслишь ты верно. Эй, Космо, мне очень нужно в туалет. Я есть труд. Да, не смейте его лапать. Мелкий кап, это еще не все. Я тебя лохвидирую. Эй, ребят, не ожидал вас здесь увидеть. Выкуси, писклять. Писклять? Да, и хламажу к тому же. Заткнись в камеру. Да ладно, тебя обидел кто-то? Ты, и мы увольняемся. Я есть Грут. Нет, ты тоже. Не разговаривай с ним. Ракета, друг, перестань. Мы были в шоколаде. Вы с Грутом не просто охотники за головами. Фырк. Что ты сказал? Я сказал фырк. Так не говори фырк, а фыркай. О, так я и самовыражаюсь неправильно. Сказать еще? Ты правда просто вуф! Я есть Грут. А что ты хотел услышать? Я ждал, что ты скажешь вуф. Вы можете вуф-вуф потише? Что? Ты вов надо мной! Я сколько раз говорил, я тебе вов, не животное! Вов, ты голов! Иди там, вов, вов! Я из этого! Что за колдовство? А где мы? Вы по-прежнему на забвении. Космо! Здорово, приятель! А мы тут как раз... Страж Галактик скажет Космо, зачем они проникли в кору континуума. Иначе Космо устроит им еще не такой психологический гулаг. Проникли в... Не корми Космо кошачьим кормом, Пётр Квилл. Ты заодно с кровным братом. Специально отвлек внимание, чтобы гадкий енот и разумное древо использовали кору. Возможно, в своих шкурных интересах. Космо также знает, что на корабле Стража Галактик стоит трекер Нова. Я уверен, это поправимое недоразумение. Так? Так. Мы сюда попали из-за событий на скале Нова. Страж Галактик был на скале Нова? Да, чтобы найти Центуриона Карел и выплатить штраф.
А что? Странные сообщения множатся в галактике. Как кролики весной. Космо послал много отрядов на разведку. Все сгинули. Теперь из Каланова шлет тот же сигнал. Страж Галактик доложит Космо об увиденном. Бойцы Нова убивали друг друга. Я есть Крут. Они там все словно белины объелись. Или обратились. Да, во время обряда со жрецом. Они говорили про обещания. Так точно, сэр. Братство птиц. Культ негативной зоны. Церковь вселенской. Стоп! Это они. И с ними старикашка. Его челнок накрылся на надежде Хала. Великий объединитель Рейкер, глава церкви вселенской истины. Космо припоминает. Старый культ, весьма влиятельный во время Галактической войны, сейчас полузабыт. Ты сказал, скала передает сигнал. А вдруг их религия каким-то... Нет. Церковь Вселенской Истины умерла золотокожим богом. Давай мы сгоняем на Надежду, разведаем. Что? Из твоих отрядов никто не вернулся. С людьми стало быть напряженка. Мы хотим знать, что случилось, так же, как ты. Да ну. Отправь нас на разведку. Пётр Квилл вечно кидает. Но не мяч у тебя. Мяч. Что Страж Галактик просит взамен? Пустяк. Сними обвинение. Обратись в штаб-квартиру корпуса. Пусть аннулируют наш штраф, и мы летим. Это совсем не пустяк. Признайся, Линявый. Без нас никак. Нас? Пока что. Или у тебя другие глупцы на примете? В Советской России Космо не стал бы верить ушлым капиталистам. Но до Родины далеко. Зато Космо знает о силе залога. Корабль стражи останется на забвении. Что? Только не наш корабль. Мой. И как найти Надежду Халы? Гадкий енот знает. Идем, время не ждет. Так куда мы направляемся? В первое поселение. Из прежних времен. До того, как Тиландрук явилась. А первое поселение шахтеров не исчезло? Нет. Заброшено. В основном. И строго засекречено. Фейр. Так это сюда ты вломился? Приложив немало усилий. Стоп. Это кора континуума? Лучший способ попасть на корабль корпуса, пока тот не исчез. Ты нашел Карел? Где она? Корабль находится в системе Элидра, на орбите планеты Мусора. Контраксий? Космо не удивлен, что гадкому еноту нравятся мусорные планеты. В уборных там можно найти ценную информацию. Вся планета теперь транслирует тот же сигнал, что и скала. Космо не понимает, почему и зачем. Все эти бары, игровые залы и бордели. Может, это не так и плохо. Космо вынужден согласиться с убийцей. Мы там были, и тебе понравилось. Тихо. Не волнуйся, Космо. Мы разберемся с этим сигналом. Или погибнем. Да не дрейф. Я с тобой. Я есть Грут. Спасибо, Грут. Тебе я верю. Много кто знает об этом месте? Немало. На всю галактику не рекламируем, но ученые разные прилетают.
Знает Танос об этом месте. Ха! Мертвый король титанов нас больше не волнует. Я удивлен, что грызун смог обойти твои... Так что это? Еще один лифт? Я есть. Сами поймут. Попрошу отойти, Страж Галактик. Ого! Что за величественное колдовство? Да вообще, как будто не видели гигантские руки из другого измерения. Прошу на ладонь. А если проблемы? Как вернуться? По паспорту. Он свяжется с Кузмой и, если проблемы, вернет Стража Галактик обратно. Я иду. Лучше уж ты, чем этот капитан отважный. Пора. Расследуйте, что с кораблем корпуса. Доложите с помощью паспорта. И ты скажешь миросознанию, чтоб не было штрафа? Космо постарается. Удачи, Страж Галактик. Тут есть ремни безопасности. Хоть теперь тебя не вырвет? Это... Колдовство? Это головокружительно. Я есть крут. Ты привыкнешь. Мы в космосе. Где-то между космосом, между измерением, между временем, даже между реальностями. В каком смысле между? С этой штуковиной мы можем попасть куда и когда угодно. Даже в несуществующие места. Типа... Прямо дух захватывает. Мстители! Общий сбор! Что за название? Мстители. Так и должно быть. Должно? Это еще цветочки. О, Пэт Беннетар и Джоан Джетт, храните нас. Что за богов ты поминаешь? Боги. Дракс? Смеюсь не я. Это дурное предзнаменование. Мы все умрем. Прячься, не прячься. Я тебя найду. Или это другая реальность. Какой звук? Точно другая реальность. Смотрите! Человек-паук! Стоп! Это Земля? Питер! Мама? Скорее, твоя подружка уже здесь. Заходи, Джейни. Питер сейчас будет. Серьезно? Джейни? Итак, вперед! Надежда Халлоуэй! Верно. Держись, Грут! Прибываем! Халла, сохрани! Да не, Марка! Ну, понеслась! Что не может быть? Вы в порядке? А разве похоже? Я постараюсь включить гравитацию. Ну, супер! Значит, так навсегда и зависнем. Ракета, подскажи, что мне искать? Дракс, скажи звездному посольству, что для создания искусственной гравитации используются внешние магистрали питания. Зверь говорит найти магистраль питания. Ясно. А как она выглядит? Передай ему, что остатки заряда должны быть видны на его визоре. И пусть кончает задавать идиотские вопросы и спустит нас! Здесь произошло что-то ужасное. И как ты догадался, по отсутствию силы притяжения или по разгрому? И то, и другое улики. Не вижу ничего подходящего. Передайте ему, что я за него потеть не собираюсь. Используй визор, Питер. Ну, долго тебя ждать? Да, мы не можем продолжить расследование, пока мы здесь. Кто еще считает, что ракетные ботинки должны быть у ракеты? Кто-нибудь напомнит ему, что он ищет магистраль питания? Это Крил, отыщи магистраль питания. Грот, вызывай псину. Пусть знает, что его рука нас кинула. Хочешь оскорбить его, чтобы не арестовывал? Расследование еще не завершено. Будем ждать. По стенам смотрел, Питер?
Ракета, а что вы с Грутом делали в коре? Возвращались в задание. Выбор. Но зачем возвращаться на забвение? Вы же уволиться хотели. Но там ждал клиент. Вернулись за гонораром. Отчет для пса. Ты с кем там треплешься? Я делаю мысленные заметки о ходе расследования. Важно, что не все спасательные капсулы на месте. Вот это нам и нужно. Ну так бери ее. Я нашел батарею. Вроде целая. Пригодится. Скажите ему, чтобы не выбрасывал. Не выбрасывай ее, Питер Квилл. Так, у меня тут две магистрали. Скажи ему, чтобы он их включил. Спасибо, Грот. Пес говорил о странном сообще. Так. Я установил аккумулятор, но ничего не происходит. Серьезно? Ладно, скажу ему. Слушай меня, Кополюб, что ты там видишь? Тут синий провод и два разъема, желтый и красный, и зеленая штука. Не трожь зеленую! Вот орать тут на меня не надо! Ладно, ладно. Так, воткни провод в любой из разъемов. Нам ведь нужен только импульс. Прям в любой? Да без разницы! Была не была! Вот чёрт! Ты тронул зелёную штуку! Говори! Как ты отряешь, Квилл!